Привет, друзья, с вами Кирдекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием NSS. Мы с вами остановились на том, что навалили немножечко пирату. Пират испугался, естественно, и получил сочных люля, за что выдал нам несколько полезных предметов, которые мы пока еще не применили. Также мы поставили, собственно, киллрумчик наш, если его таковым можно назвать, который мы теперь, надеюсь, хоть когда-то доиспользуем. Я не вижу мага опять. Ага. Сныкался. Легионер, иди сюда. Так, нам нужно вот эту хрень. У нас что, урон, скорость атаки, мана юзач. Урон, шанс крита, скорость атаки. Давайте пока так оставим. Пока что так. Сегодня мы направимся с вами на днище. На днище во всех возможных смыслах, потому что у нас появилась новая лесенка, которая, по идее, должна нас завести в глубинные пещеры. Так, она здесь не устанавливается. Ага, она снаружи установлена. Окей. Давайте проверять. Так, у меня все с собой есть. Этот есть, этот есть. Телепортер. Я, кстати, не знаю, телепортер под землю вообще ставится? Вполне может быть. Пусть будет. Твою же мать. Мне уже не нравится. Сразу вынужден сказать. Получили достижение, становится жарко. Я прям ощущаю. Я прям откровенно ощущаю. Сама карта большая, нет? Сама карта, кстати, небольшая. Но проблема в том, что все, мать его, в лаве. И нихера не видно. Все, как я люблю. Так, вот здесь что-то есть. Здрасте. Здрасте. Есть кто-нибудь? Скелетик там бегает и призрак на нас летит. Так, ну ребятки здесь плотные. По 150 хп. Это сразу стало понятненько. Скелетик нам нужен по квесту, поэтому нам нужно его в любом случае растеребить. Да куда ты побежал? Он поджарился и побежал дальше. Окей. Так, можно немножко света все-таки. О, здесь какое-то строение есть. Не иди ко мне. Не иди ко мне. Конечность есть. Кости и конечности есть. Так, и шо вы? О, матерь, боже, ох ты ж, нихера себе. Тихо, тихо, тихо. Давайте вы там как-то без меня Нихера, сколько вас! Тихо, тихо, пацаны, пацаны, пацаны. Спокойно, спокойно. Без критов здесь будет прям сложно, слушайте. Мразеныши живучие. А костяшки у нас где-то применяемы? Материал для создания. Чего? Хер его знает. Просто материал для создания. Так, стоп, здесь какая-то руда есть. Бляха. Там гости идут. Вот если бы водичка еще критовала, цены бы ей не было, честно говоря. У нее еще разброс дурацкий. Максимально. Так, дайте-ка я колупну, что вот это. Бляха, там еще и призрак. Да бляха! Так, дробаш работает. Дробаш всегда работает в упоре. Так, дайте я заберу, что это такое. Вольфрам! Вольфрам! Вольфрам нам должен новый верстак открыть, по идее. Так, притормозили развитие этого додика. Здесь что-то типа данжа в данже, я так понимаю, да? Не кидайся своими костями, они никому не нужны. Монеты, боевое зелье, это понятно. Стоп, 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 я, по-моему, там вижу новый верстак. Ребята, в гости к вам нужно? Я так понимаю, никто против не будет. Продвинутый верстачок, а ну-ка давай сюда. Зачем мы... Тихо. Зачем мы будем тратить на него вольфрам, когда можно не тратить, правильно? Абсолютно верно. Так, мы забрали, супер, уже можно тащить домой на самом деле. Дядька, как дела тут? Ящик охранял, да? Почему не вольфрам, почему здесь железная руда? Что за херня? Что за разводос? Так, здесь еще золото есть, еще ящик. А вот здесь вольфрамыч. Теневые врата призывают мощного призрака. Must be used in forest deep cave. Блях, это получается есть еще ледяные глубокие. И получается есть песчаные и болотные глубокие. Я так подозреваю. Так, ребятки, я вам там освечу. Это что такое? 300 хп. Скелет-шахтер. А у вас сколько? У них по 250. Что, хочешь зайти ко мне? Давай. Ауч, 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 ауч. Шахтер-агрессор. Меня удивляет, что... Так, брат-брат-брат-брат-брат-брат. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нам надо что-то помощнее против них слушать. Они достаточно паскудные твари. Да держи открытую дверь. Да,
Открыл дверь, чтобы лицом поймать кость. Понимаю, да, бляха, чё вы все резко начинаете агриться, я понять не могу. Так, где на сквозной? Сквозной, помоги мне, пожалуйста. Спасибо, спасибо, спасибо. ХП где? Пацаны, ХП дайте. Где наша банка? Еще баночка одна есть, баночка-банучка. Вот она. Давайте ее тоже сербнем. Да какая удочка? Одумайся. Так, все, сербнули, реген есть. Шахтер, отойди. Я хочу вас налутать вольфрама, что вы меня пинаете постоянно? Так, открываем двери. Пусть сами к нам выходят. Не будем за ними ходить, они какие-то недружелюбные. Брат? Вообще на похерах стоит такой. Тише, тише, тише. Замечательно. Так, что вы тут держите? Еще зелье динамитик. Я, кстати, динамитик, по-моему, ни разу не юзал. Еще один призыв. У нас уже сколько? Две штуки будет. Мне кажется, к чему, а к боссу глубинному мы точно не готовы. Так, кровать дайте тоже сопру. Это нам пригодится. Так, окей, двигаем дальше. Я тебя лутал? Ну. Вот откуда они сзади берутся? Ну, пацаны, ну вы чё? Ну, ёперес, это... Нормально все было, чё вы начинаете? Я чуть в лаву не ушел. Бывает. Загулял. Так, давайте заберем еще кроватку. Давай сюда, этот ящик я трогал. Трогал. Кровать давай сюда. Хотя бы кроватями нахобочусь. Уже не зря сходил, будет называться. Не лети ко мне, уйди. Так, к тому же оба майнера вернулись, пока я здесь шастал. Так, еще сделали, здесь что-то есть. Нихерашеньки, открываем. Куда они побежали? Вы меня пугаете своим передвижением, я вам честно скажу. Свободен. Хорошо, что дробаш отталкивает знатно. Так, зачищаем, зачищаем. Зелье скорости атаки, каменные стрелы, огненные стрелы, монеты, понятно. Монеты, кстати, нужны. Может, я ошибся с размером? Я, походу, ошибся с размером. Мне кажется, там все куда больше. Так, а ну-ка давай сюда заглянем. Есть кто в пещерочке? Я не вижу вольфрам почти в стенах. О, есть вольфрамы, целая куча. Твою мать, естественно. Дин-донь. Не метайся в меня своим говном. Бляха, а чё вас так много-то? Пробитие насквозь, 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 насквозь. Фух, хорошо. Хилочку изнём на всякий пожар. Это что такое? Мгновенное восстановление 75 здоровья. А вот это уже прям мое уважение. Потому что эти хилки... О боже, сколько здесь добывать. Эти хилки старенькие, они уже, да. По хп нам не вывозят особо. Я не знаю, куда они опять побежали. Но я их не вправе отвлекать, мне надо натырить вольфрама. По идее, я теперь за вольфрамом смогу посылать наших этих майнеров. Что было бы вообще супер. Так, забираем. Потому что самому добывать зачем, когда можно направить человечка, он этим всем займется. Абсолютно верно. Нам надо посмотреть, что там за крафты новые. Они, скорее всего, будут геймченджерами. Так, здесь же еще тоже их ловушки есть, точно. Здрасте. Да, бляха. Я ему привет не успел сказать, он мне уже в харюку скидает. Так, глубинный ловец. Сила приманки, что? Правильно, правильно, держите их, чтобы они ко мне не подходили. Эктоплазма еще с них падает. Да, бляха, там еще один летит. Дайте мне залутаться, мать вашу. Так, сила приманки... А, ловец это в плане... Все, понял. Это удочка просто. Сила приманки 40%, плюс одна леска. Вот это я не совсем понимаю, это мы проверим. Давай сюда пока закинем. Скорее всего, он будет закидывать несколько снастей сразу же. Проверим. Так, это давай. Там есть что-то? А, там нихера нет. Понял. Так, призрак опять за нами охотится. Это железо, скорее всего, да? Сейчас я проверю на все пожарные. Вот здесь две новые руды. No, это железо. Все хорошо, я спокоен. Так, вот здесь явно что-то еще есть. Потому что там призраки целой толпой стоят. Но опять же, призраки не показатель, потому что шо, правильно, они тусуются сквозь стены. Им, в принципе, вообще срать.
где тусоваться. А вот там я вижу комнатку. Ауч, ауч. Прям очень ауч. Сгори, умри. Пауки, не туда бьетесь. Бляха, вон обходят нас с той стороны. Хорош, давай еще одного. Хорош. Так, здесь у нас что? Атаки поджигают цели, нанося 25 урона в течение 5 секунд. Я молю бога, чтобы оно можно было его загрейдить. Тогда это будет вообще грязь. Ай, я дебил, я дебил. Половины комнаты нет, но ловушка, мать его, сохранилась. А чё я выбить не могу? А? У этого блока есть название? Подождите. Обсидиановая, вот оно чё. Ну, педальку я смогу убрать? Педальку могу убрать, всё супер. Мне этого достаточно. Так, тыквы, ба! Мне тыквы нужны были для классного рецепта. Отошел, говорю. Да, мы по дамагу вообще не вывозим здесь. Абсолютно, я бы сказал. Ну как, одного моба двоих вывозим, а когда их толпа выбегает, то все. Там габелла немножечко начинается. Но дробашек, слава богу, свое делает. Так, раз у вас здесь обсидиановые приколы, может вы мне выдадите... Ну, скорее всего, Вольфрам будет пробивать обсидиан. Это было бы логично. Это было бы как минимум логично. Бля, как же неудобно здесь перемещаться, это просто ужас. Так, хорошо, сдуло двоих. Пацанчик, ты что там спрятался? Ух, нихера, вас там спрятал. У вас тут группировочка, как говорится, да? Выходите ко мне. Красиво. Надо будет глянуть, что еще с костей можно получить. Так, стреляет управляемый бронебойный ракет. Что значит бронебойный ракет? Я дико извиняюсь. Так, еще один призывальник. Еще вольфрам. А это что такое вообще? Глубинный камень еще. Ёпперсет. Так, плюсы я ее понял. Это, по сути, адаптивный новый посох бездны. Тут написано лазером, а у этого пробивная, в том плане, что она реально пробивная. И она дамажит повеселее, и скорость атаки у нее повеселее. Ну и маны жрет она. Жопа как просто. Ну и дамаг. Дамаг. Надо это учитывать. Есть что? Ничего нет. Я уверен, что просто надо вбиваться в скалу, и там мы все равно придем к чему-то, но... Где я вообще? Не, все, я на краю. Здесь уже точно ничего не будет. Давайте пока вернемся. Выход у нас прям с базы, поэтому можно не переживать. А вот новый верстачок, это прям топ. Это прям топ, я прям одобряю. Можешь развернуть? Спасибо большое. Так, верстачок, что он нам предлагает? Навсегда увеличивает максимальное ХП, нужен кварц жизни. Я хер его знаю, где мы берем кварц жизни. Так, дальше, Fallen Altar. Можно разместить. Getaway Tablet. Хер узнает, что нам это даст. Fallen Workstation тоже хер пойми, что нам даст. Так, ладно, дальше. Теневые врата. Это чтоб призвать призрака. Крафтится из костей эктоплазмы вольфрамовых слитков. Окей. А, необходимо использовать в глубинных снежных пещерах. Пожалуйста, использовать в глубинных болотных пещерах. Использовать в глубинных пустынных пещерах. Это я, в принципе, и догадывался. Тут, кстати, почему-то еще старые крафты есть. Ну да ладно. Так, верстаки, верстаки. Глубинные лестницы мы теперь можем крафтить из вольфрама. Это супер. Прибор для готовки. Это, может, комбинированный, типа, да? А вот, собственно, вольфрамовая кирка. 150 мощность, можешь добыть обсидиан и ледяную руду в глубинных снежных пещерах. Ома. Так, топорик просто мощный и быстрый. Так, с этим все понятно. Вольфрамовое копье. Вольфрамовый большой лук, 114, мать его, урона. Теневой стержень есть, скилл. Скорость атаки, 2 шанс крита, 8, 1, 8 манако. Стреляет большим самонаводящимся снарядом. 48 урона, но мне не нравится скорость атаки совершенно. Даже тут лучше, но тут потребление маны конское. Нам ничего не мешает скрафтить вообще-то, если что. Так, броня здесь мощнейшая. Так, на мана-реген магическая скорость атаки в дальнем бою броня. А призыватель?
Чтобы блокировать входящие атаки, предотвращает 70% урона, расходует выносливость призывателя. А сета призывателя нет? Тут чисто мана-реген и магическая скорость атаки. Бляха, это херово. Ну ладно, что у нас здесь дальше? Из ледяных слитков и ледяных осколков крафтится новое оружие. Криопосох и посох из сосульки. 3-3 скорость атаки, стрелять быстрыми сосульками. Вот это звучит очень хорошо, кстати. И по цифрам очень даже неплохо. Но это надо будет все проверять. Так, здесь есть сет призывателя. Так, у него в базе 24, у тебя в базе 23. То есть ледяной мощнее этого. Болотный мощнее ледяного. Болотный мощнее ледяного. А вот это очень странная херня. Это какая-то смесь мицелевых слитков, желез пещерного паука и шелка. И тут есть уже комбины прям такие мощные, да? Хорошо, так, кинжал, это понятно. Дальше что? Костяные стрелы на 15 урона имеются. Слот для аксессуара увеличивает бронепробиваемость на 20. Мне не нравится, что вообще появилось само словосочетание. Использование бронепробиваемости, это очень плохо звучит. Потому что у нас, видимо, появятся бронячие враги какие-то неприятные. Так, добавляет плюс 40% урона в зависимости от недостающего хп. Понятно. Дает улучшенное восстановление здоровья. Это тоже слот аксессуара. Так, increase mana... Макс мана по 50%. Окей. Так, это мы все видели. Воздушным у нас не пахнет. Подарок вампира. Шипованные ботинки у нас отсутствуют. Скорость передвижения 25. Предотвращает скольжение. Так, атаки замедляют цель. Наносит 35 урона. Это что? Морозное пламя. Вот это мне надо. Огненный камень я нашел здесь. Я так и знал, что он где-то будет использоваться в крафте. То есть мы мало того, что будем замедлять цель, если найдем морозный камень, то еще и будем наносить ей дополнительный урон. Это супер, я одобряю прям двумя руками. Так, максимальное количество призванных существ, плюс 2, скорость призываемых существ 30%. У меня здесь, у меня плюс 1, и я могу его сразу скрафтить. Давай. Не будем щелкать хари. Так, восстановление 25 зерно увеличит максимальное зерно 50%, это мы уже видели, только это улучшенная версия. Улучшенный еще добытчик, пиратские карты это у нас было. Демонические слитки, это у нас все было, но прошло. Капюшон ассасина, вот где счастливую накидку взять, я так и не понял. Но мы не убивали множество... А, вот счастливая накидка. Нужны пушистые кости. Тоже хер знает, где они берутся. Но к ним мы еще вернемся. Так, здесь что у нас появились эти? Нет, пули у нас максимальные, только пули бездны, к сожалению. Отскакивающие. То есть нам дали грейд для... стрел, то есть у нас появились костяные стрелы, я правильно понимаю? Но у нас не появились костяные пули. Ну, либо что-то приближенное к этому, либо вольфрамовые пули. Что на самом деле грустно вообще-то. Пули мне чуть-чуть важнее, чуть-чуть нужнее, ну окей. Я с этим смогу как-то смириться, как-то пережить. Ну, в общем, суть направления движения нашего развития, в принципе, ясно. Единственный нюанс, который остается, это что надо там теперь нехерово так зачищаться, чтобы это все собрать. Стоп, это квестовое. Вольфрам пока скидываем. Давайте я еще поставлю на крафт вольфрам, чтобы наши товарищи этим занялись. Так, призывать мы пока никого не будем, потому что я на 100% уверен, что мы его не затащим. На 200, я бы даже сказал. Так, давайте я майнера еще перенаправлю. Забрать шуруй кварц. Сейчас еще проверю. А вот, вольфрамовая, да, могу послать. Хер с ним, шуруй. Так, замечательно, с этим тогда разбираемся и давайте-ка проверять. Это в одиночную цель будет выглядеть... А, я не могу зажать ее, понял. В одиночную цель оно выглядит жиденько, там 100 с чем-то, но в несколько целей будет работать идеально. Так, а вот это сама наводочка. Но сотку он удержит, но оно все равно не сравнится с нашим вот этим тройным, к сожалению. Но по урону он чуть сильнее, но у нас этот тройной используется скорее для зачистки, чем для прям убийства кого-то. Так, хорошо, это оставляем. Тебя мы тоже не проверяли, по-моему, да? С критами выше 160. Не...
такое. Пока что в ближке решает дробаш. Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому его и оставляем. Тебя технически можно уже заменить. Или нет? 120 без крита. Так, а у тебя сколько? У него без крита ниже. Лол. Но он же супер замучен. Блях, у меня всего лишь 1000 бабла. Где бабки все девай, я не понимаю. Так, дружочек, смотри, задание, значит, есть. Завершить. Убейте жнеца. Призывается в глубинных пещерах. Пока не хочу, но за задание спасибо. Где наш колдун? Колдунь, колдунь, колдунь. Смотри, значит, какая история. Попробуй с первого раза ее зачарить в максималку. Зачарил так зачарил, брат. Что я могу сказать? Что я тебе, друг, могу сказать? Так, ты у нас кто? Давай сюда. Кварт жизни. У меня нет денег, чтобы отправить. Сорян, братан. Я бы с удовольствием, но бабла нема. Так, я же поставил еще один. Соответственно, мы можем увеличить призыв до 5. Удочку забери. Забери удочку. Ебой, с нами теперь 5 пауков. Кстати, прошу заметить, что мы до сих пор не находили новые эти посохи призыва. Сейчас проверим. Так, максимальное количество призыва 5, чтобы нацелиться на моба требует... Да, то есть криопосох даст нам возможность получить новых призывных существ. И у них дамаг в 2 раза больше, чем у нас, да? Ну, почти в 2 раза. Я заинтересован в лесбе, но, бляха, сколько же это фармилово будет, ёпарсете. Так, ладно, по вольфраму мы для себя что-то можем сделать сейчас. Вольфрам. Так, смотрим. К сожалению, здесь нет брони призывателя, что меня немножечко реально напрягает. То есть у нас по сету... У нас есть рядовой вольфрамовый и... Где там еще? Вот, вместе с эктоплазмой. Если мы сейчас ее нафармим... Скорость атаки в дальнем бою. Ну, то есть у нас либо дальний бой, либо мана плюс магический урон. Так, проверяем, что нам важнее. По идее, дальний бой на самом деле важнее. По идее. Но в любом случае, нам надо сколько? 30 с чем-то эктоплазмы, да? Что бы мы из этого не решили, нам все равно это надо будет. Это 14, 34, 50 брони. То есть на 10 брони будет больше, чем у нас сейчас. Погнали колупаться, чё? О, стоп, торгаш, я тебя не заметил. Что ты нам приволок? Гавайский сет, музыку, понятно, понятно, это что такое? Уменьшает скорость передвижения вдвое. Вдвое снижение при атаке. Нихера не понял, подождите. Уменьшает скорость передвижения вдвое, снижение при атаке. С локализацией, скорее всего, проблемка. Что мне так кажется? Я могу, конечно, ошибаться, но очень похоже на проблемку. Так, ладно, челик, ты нам, к сожалению, ничего нового не принес. Уважения к тебе нет. Так, спускаемся, да? А, стоп. Набрал кучу мусора. Так, удочку пока можно сюда закинуть. Вообще, удочку можно убрать нахер. Давай, до свидания, у нас нормальная удочка есть теперь. Это тоже оставляем сюда в аксессуарную, это сюда. Столбы мне, в принципе, там не нужны пока. Поэтому столбы сюда, жромба у нас есть, зелье есть, этот есть. Что из этого мы уберем? Давайте его пока уберем и его пока уберем. Лазер пока что у нас отрабатывает лучше по множественным целям, поэтому его оставляем. Так, погнали опять в пекло. Так, мы сходили в нижнюю левую часть, я вижу, вот там еще свечение какое-то есть. Давайте попробуем чисто пробиться. Насколько это реалистично? Бля, здесь такая музыка гнетущая какая-то. Хочется помереть, честное слово. Ауч. Окунулся чуть-чуть. До свидания. Так, он откуда-то пришел. 5 пауков не могут его сгрызть, вы прикиньте. Какая жирная скотина. Пацан вольфрам унес. Так, мы вышли в нижнюю часть. Обходим. Не окунаемся в лаву желательно, супер. Он там по лаве бегает, ему вообще плевать. Здорово. Неприятные, очень неприятные молодые люди.
Так, сразу выпьем заранее, чтобы все было в запасе. Так, давайте пробиваться дальше. Тут очень странное расположение всех этих пещер. Ну, то есть, нам повезло, что мы попали, я так понимаю, на этот замочек внутренний. Но в целом здесь в большинстве своем это вот эти голяки с озерами. Что очень не очень. Так, еще вольфрам есть. Но самое дебильное, что мне вольфрам нужен, нам нужен эктопласт. Ну да ладно. Ох ты ж, ёпперес, это я открыл ящик Пандоры. Я не хотел. Нет, не кидайся мне в спину, ты чё, пёс? Так, уходим от них. Бляха, я сам окунусь, умру. Меня даже не надо убивать, я сам убьюсь. Так, отлично. Призрак, стоять. По одной эктоплазме это будет действительно долго, но ничего страшного. 30 призраков, это не так люто, как кажется. Блях, это они еще не все вышли оттуда. Давайте, паучки, я вам помогаю, все нормально. Вместе мы моща. Так, призрачка туда же в пекло. Какие-то очень странные пещеры, я вообще их не понимаю. Ну типа, они не имеют никаких коннектов. То есть они чисто такие, как небольшие нычки и все. Ни больше, ни меньше. Блях, из черного камня было бы классно, наверное, здание построить. Так, тихо, вижу дорогу. Вижу дорожку. Так, вы там сразу нашли, кого сожрать. Молодцы, нет эктоплазмы, нет. Нормально. Две штуки, супер. Молодцы. Так, тут что-то стоит. Да, проблемка, что здесь все больше и больше становится обсидианом. А, я тыкву не высадил. Твою мать. Обсидиан, кстати, добрый день. Пусть будет. Монетки сюда. Еще вольфрам, давай. Я готов его пока долбить. Но я все-таки рассчитывал на самом деле на вольфрамовый пуль. Они могли решить, в каком направлении мы пойдем. Но они настолько запутали. Точнее, отсутствие этих самых пуль. Так, там что-то светится справа. Мне кажется, мы идем в правильном направлении. Вон, видите, там комнатка и там что-то горит. Ребяточки, давайте-ка пробиваемся, паучки. Пробиваемся, пробиваемся, понимаю. Обидно, конечно, будет с паучками прощаться, но что поделать. Так, добрый день. Я к вам это... Пробиваюсь тут уже, бог знает сколько. Жрите его жопу. Так, отлично. Они там еще кого-то нашли. Я в камень просто пострелял. Я полезный. Так, тут у них еще одни апартаменты, я так понимаю, да? А куда он пытается выйти? Что? Ты нахера их сюда привел, брат? Брат-паук, зачем? Так, еще обсидиан с них падает. То есть, типа, пока мы не можем добыть обсидиан, мы можем его собирать с мобов. В целом, расклад понятен. А, здесь у вас второй вход есть. Так, призрак, 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 иди сюда. Странствующий торговец нас покинул, ничего страшного. Что, по лаве пойдешь? Но-но-но-но-но. Давайте, пацаны, чуть это... А, да, здесь целые хоромы сейчас откроются, я вас понял. Быстренько, в общем, залутываем все. Когда не будет хватать места, тогда будем уже что-то фантазировать. Так, это все забираем. Главное бабло. Бабло мне теперь очень надо. Так, что у нас здесь? Да ты, мать твою! Он просто из-за стенки вышел. И префайером в меня своей костью всрат. Ох, если бы можно было дробаша еще кучность поднять, было бы вообще класс. Здесь, по сути, должен быть живой кварц, потому что я только что видел, Малой его нес в руках. То есть он, по идее, здесь должен быть добываемым. Малой, ты? Да, вон, видите, у него красный ресурс в руках. Сейчас закрываем дверь. You shall not pass. Так, съешьте призрака. Дверцы закрыты, брат. Да, кварц жизни. То есть они его здесь таскают, то есть где-то он здесь должен быть? Нет? Так, еще один спаунер, это забираем. Где наш обстрел? Обстрел запустили. Так, Сим-Сим, откройся. Нормально.
С горем пополам, с болью в жопе, но... Так, еще один призрак, давай к нам. Сколько я уже? 10 октоплазмы. Плюс дома там еще какая-то часть есть, да? Эх, надо все двери эти открывать, потому что они меня доконают. Так, замечательно, двигаем дальше по вашим хоромам. Иди сюда, иди сюда. Куда ты полетел? Я тут-то. Я здесь. Так, замечательно. Замечательно. Так, давайте я еще вот эти апартаментики проверю. Бляха, что-то много призраков, что-то много-много-много. Так, забираем сначала дальних. Этих доедаем, доедаем. Халявная эктоплазма! Так, там переход в обычные пещеры. Погодите, с обычными пещерами. Я только оттуда, я не тороплюсь. Давай сюда. Открываем все двери, открываем, говорю. Открыл, твою мать! Называется, на свою голову. Так, еще зелье давай, слиточки. Это что такое? Ага. Так, вы тут... Понятно. Там еще один за стеной сидит, но он стесняется пока что. Так, давай это все сюда. Но! Запинали его просто за стену. Так, всем-всем откройся. Здрасте, здрасте. Хорошо. Ох, сейчас толпу на себя назову. Пацаны, хелпуйте. Хелпуйте, пацаны, вы где там бегаете, бляха, мать вашу. Да бляха, меня с двух сторон жмут, пауки. Где вы всрались уж? Лазер, 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 давай, 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 давай. Да вы уже поздно пришли, пауки. Где вы там тынялись все это время? Мать вашу. Я тут умираю, понимаешь ли, они там бегают, развлекаются. Так, чистый вольфрам, супер. Это нам не надо, витрина тоже нам не надо. Дверки все открываем, чтобы не было дурацких ситуаций. Открываем, говорю. Тут я забрал, да? Да. Так, окей, двигаем верхнюю часть. Отошел. Так, и тут тупик. Нет, там есть, конечно, еще какой-то движ, но меня не интересует. То есть сами эти комплексы, они не очень большие, и их... Ну, как с пауками, в общем, было в обычных пещерах. То есть есть просто там 5-7 мест на всю карту, где эти, собственно, места существуют. И в них условно уникальный лут. Так, тихо. 27. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бляха, здесь обсидиан. Тихо, я чуть отойду, потому что они что-то как-то сильно агрессивно ко мне бегут. Хотят обниматься, а я не хочу. Так сложилось. Мне кажется, что они просто рандомно спавнятся уже. Они не удосуживаются даже нас как-то дождаться. Просто отспавнились и бегают за нами по возможности. Я такое не люблю. Так, реген мне верните, пожалуйста. Без регена немножечко страшно. Потому что хп вот тут улетает моменталочкой. Так, минус, хорошо. Так, ловушенцы, еще одна есть, которую я забрать не смогу. Еще одна удочка, давай сюда. Так, есть кто? Паучок. Маленький неагрессивный паучок. Там он призрак сидит. Мне сколько не хватает? Призрак, иди ко мне. Молодец. Давай мы вольфрам заберем, ой, точнее, эту эктоплазму заберем с тебя и можем текать. Мы не так много прочистили, на самом деле. Мы не так много прочистили, я уверен, что там еще много... Надо будет вообще потом еще арену сделать. Потому что без арены будет совсем плохо. Так, пацаны, что у вас там по экипировке? Они зачем-то мешают. Разные стили, но ладно. Оружие. Кто-то взял сабли, кстати. Кто-то взял сабли. Даже лук один взяли. Окей, так, самое важное. Мы все это насобирали, проверяем. Костей у нас хватает. Давайте обувь, скорость. Нагрудник, броня. Ну давайте мана и магическая скорость атаки тогда. Раз такие гуляния. Единственный нюанс в чем? Нам надо будет все равно загрейдить это все. А бабок нема. Потому что в этом данже бабок очень мало падает. К сожалению. Так, у нас на сброс. Все, давайте. Отстаньте со своим рисом, господи. Так, тыквы мы сейчас начнем высаживать. Сейчас они перенесут все на свои места.
Так, бимбы тоже забирайте. Это стакаем, убираем. Убираем спаунеры, пока пусть здесь лежат. Это все заберите. Броню тоже забирайте, потому что она загрейдженная. Остается вопрос с деньгами, причем достаточно серьезный вопросик. Так, морковь этот забираем. Что-то вы, ребята, очень херово добываете. Добывайте то, что надо было бы добыть, честно говоря. Надо узнать, сколько меда еще стоит, кстати. А, где наш барыга? Вот он уходит стоять. Ну, мед неплохо стоит, на самом деле. Косарь бы всего лишь получи. Ох, я просто... Это будет проблема. Что у нас еще? У нас есть сложные ресурсы. Давайте попробуем еду сложную. Например, вот сыр. Например, вот, бля, теперь его опять найти надо. Я тебя вижу, стоять. Сыр 250, пошел ты в жопу. Столько времени тратится на его изготовление, чтобы тебе отдать за 200 копеек. Не, брат. Нам тогда надо будет просто умножить количество полей. Причем умножить кардинально. О, мой бог, нам надо еще и семена переработать. Так, семена тыквы 7 штук есть. Давайте пока томат 1, томат 2. Сахарная свеколка. Это у нас что? Пшеницу тоже забираем нахер. Так, что здесь еще? Перец забираем. 1, 2, 3, 4. Все, больше не влезет. В переработку. На удобре... Не понял. А, я один прокликал. Все окей, вопросов нет. Так, высаживаем тыквы, которые есть. Я надеюсь, что вскоре мы их приумножим. Сейчас я еще раз перепроверю. Там точно помню, был какой-то рецепт, который мне только тыкв не хватало. И мы бы зажили... Вот он, по-моему, да? 10% урона, 15 шанс крита и 0,75 восстановления в бою. Ну, то есть, песня. В чистом виде песня. Я думаю, что мы можем даже ее сразу ставить на крафт. Давайте 100 штук. У нас еще суши стоят. Но у нас закончилась рыба. У нас что-то рыбак начал пинать. Пинать все, что пинается. Эта рыба им почему-то, видимо, не годится. Ну, да и хер бы с вами. Пусть крафтят в любом случае то, что имеют. Так, это мы пока сюда скинем. А, кстати, ж лодку могу сделать. Лодочку можем сделать и заодно проверить. Лодка, да. 500 монет и запасные... Откуда у меня 2000 было? Ясно. Так, разница у них какая? Пройденное расстояние плюс 2, пройденное расстояние плюс 1. Сейчас мы проверим. Правда, ночью проверить плохая идея, наверное. А чё только 3 паука? Я же поменял сет призывателя, точно. Точно. У нас теперь будут небольшие проблемки, скорее всего. Но я понадеюсь, что мы магика уроном вытащим. Ну, действительно, двигаемся активнее. Но хотелось бы еще быстрее, честно говоря. Я уверен, что мы можем быстрее. Поэтому надо работать в направлении еще более скоростного передвижения. Так, что нам надо? Нам надо сделать обходную дорогу 1. Нам надо здесь сделать еще фермы 2. И, возможно, раз здесь расширение не намечается, то мы здесь переставим вот эти все верстаки. Переставим их сюда, чтобы наши товарищи работали вместе с фермами, и все у них было плотно и хорошо. А там у нас останется зона для расширения нашего, собственно, главного здания, что является параллельно еще и нашим домом. Хорошо, ребятки, пока что сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное, конечно же, нажимайте на колокольчик. Мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.